131 выпуск из серии мини-рассказов. Кот, который гулял сам по себе. 9 часть. The cat that walked by himself. Рэдьярд Киплинг. Рэдьярд Киплинг. Во время паузы произнесите услышанную русскую речь по-английски. Что мне до того? What is that to me? Сказал кот. Said the cat. Если я имею мое место. If I have my place. В пещере у огня. In the cave by the fire. И мое теплое белое молоко. And my warm white milk. Три раза в день. Three times a day. Мне все равно, я не забочусь. I do not care. Что мужчина или пес могут сделать? What the man or the dog can do? Care. Забота. I do not care. Я не забочусь, мне плевать. В тот вечер. That evening. Когда мужчина и пес. When the man and the dog. Вошли в пещеру. Came into the cave. Женщина рассказала им. The woman told them. Всю историю о сделке. All the story of the bargain. В то время, как кот сидел у огня. While the cat sat by the fire. И улыбался. And smiled. Тогда мужчина сказал. Then the man said. Да, но он не заключил сделку. Yes, but he has not made a bargain. Со мной. With me. И со всеми настоящими мужчинами. Or with all proper men. Которые будут после меня. После меня. After me. Затем он снял. Then he took off. Свои два кожаных сапога. His two leather boots. И он взял. And he took up. Свой маленький каменный топор. His little stone axe. Proper. Правильный, настоящий, истинный. Leather. Кожа. Boots. Сапоги. Axe. Топор. Секира. Stone axe. Каменный топор. Это получается три. That makes three. И он принес. And he fetched. Кусок дерева. A piece of wood. И топорик.
and a hatchet. Это пять в целом. That is five altogether. И он выставил их. And he set them out. В ряд. In a row. И сказал. And he said. Теперь мы заключим. Now we will make. Наше соглашение. Our bargain. Если ты не будешь ловить мышей. If you do not catch mice. Когда ты находишься в пещере. When you are in the cave. Всегда и во веки веков. For always and always and always. Я буду бросать. I will throw. Эти пять предметов. These five things. В тебя. At you. Всякий раз, когда я увижу тебя. Whenever I see you. И так будут все настоящие мужчины делать. And so shall all proper men do. После меня. After me. Throw. Бросок, швырнуть. Whenever. Всякий раз, когда. Axe. Секира, топор, крупный инструмент, который берут двумя руками. С его помощью можно разрубить массивную конструкцию. Hatchet. Топорик, небольшой топор, который удобно взять в одну руку. Fetch. Добыть, принести. Altogether. В целом, в общем, всего. Ах, сказала женщина, слушая. Ah, said the woman, listening. Это очень умный кот. This is a very clever cat. Но он не такой умный, как мой муж. But he is not so clever as my man. Кот посчитал пять предметов. The cat counted the five things. И они выглядели очень угрожающими. And they looked very knobby. И он сказал. And he said. Я буду ловить мышей. I will catch mice. Когда я буду в пещере? When I am in the cave. Всегда и во веки веков. For always and always and always. Но тем не менее я кот, который гуляет сам по себе. But still I am the cat who walks by himself. И все места одинаковы для меня. And all places are alike to me. Count. Считать, подсчитывать. Knobby. Бугристый, узловатый, в этом контексте угрожающий. Если бы ты не сказал это в конце. If you had not said that last.
Я бы поставил. I would have put. Все эти предметы прочь. All these things away. Я бы убрал все эти вещи подальше. I would have put all these things away. Навсегда и навечно. For always and always and always. Всегда, вечно. Always. Но сейчас я. But I am now. Собираюсь бросить. Going to throw. Свои два сапога. My two boots. И свою каменную секиру. And my stone axe. В тебя. At you. Когда бы я не встретил тебя. Whenever I meet you. И так будут все настоящие мужчины поступать. And so shall all proper men do. После меня. After me. Тогда пес сказал. Then the dog said. Подождите минутку. Wait a minute. Он не заключил сделку. He has not made a bargain. Со мной. With me. И со всеми настоящими псами. Or with all proper dogs. После меня. After me. И он показал свои зубы. And he showed his teeth. И сказал. And said. Если ты не будешь добр. If you are not kind. К малышу. To the baby. Пока я в пещере. While I am in the cave. Всегда. For always. И во веки веков. And always and always. Я буду гоняться за тобой. Я буду охотиться за тобой. I will hunt you. Пока не поймаю. Till I catch you. А когда я поймаю тебя? And when I catch you. Я буду тебя кусать. I will bite you. И так будут все настоящие псы делать. And so shall all proper dogs do. После меня. After me. Hunt. Охота. Ах, сказала женщина, слушая. Ah, said the woman, listening. Это очень умный кот.
This is a very clever cat. Но он не такой умный. But he is not so clever. Как пёс. As the dog. Это конец 131-го выпуска. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where